С этого ледника поступает сигнал бедствия, но никто не отвечает на попытки выхода на связь, поэтому Бэтмену предстоит сейчас разобраться, что же там на этом острове. Мы примерно уже с вами предполагаем, кто и что там может быть. А с вами Джейсон, канал True Mania Games, и мы продолжаем играть Batman Arkham Knight. Спокойно. Кто-то здесь охраняет что-то, а мы проходим DLC особо опасные. Без палева. На корабле, значит. И у нас начинается веселуха. И пойду дальше. Место скомпрометировано. Спокойной ночи. Давайте здесь его подождем. А он не идет почему-то. Еще парочка. Надеюсь, у вас не так много осталось. О, ходит здесь по коридору. Кажется, еще один остался. Стены изучаешь? Кажется, все. Но, видимо, нет. Видимо, я ошибаюсь. Кто-нибудь видит? Кого-нибудь еще? Да, вижу одного человека рядом с турелью. Видимо, он последний. Интересно, можем ли мы взломать? Мы можем только 30 секунд, нам вполне хватит. Так, куда нам нужна эта разникомта управления, нет? А, вот, видите? Какой-то замочек, что-то зашифровано здесь. Очень серьезно зашифровано. К
Криогеника. Пароль принят. Time to get inside. Это в нос корабля, но на носу мы вроде как ничего и не видели. Может быть, здесь где-то. Bodies encased in ice. Вот они где. Вот он где вход-то. Вот нам сюда и нужно было. Это та самая дверь, которая была закрыта на замок. Все тела во льду. Знакомый почерк. Опять что-то с переводом. Опять я виноват. Стреляй, Виктор, если доверяешь ему. Внимание, это нестабильно, это очень хорошо слышно. А ты пока разберись с кораблем, а Бэтмен должен найти его жену. Итак, сигнал привел нас с вами куда-то сюда. Ой, тут здоровый мужик. Разобрались. Здесь просто передатчик и больше ничего. Эй, дружок, может, ты нам расскажешь, где Нора? Я прям представляю, как Бен Аффлек в новом фильме будет говорить что-то вроде «Где детонатор?». Пожалуйста, поторопись. Я постараюсь, мистер Фрост. Итак, вот та самая локация, где нас ожидают эти преступники-бандиты. Первую-наперво очередь надо заняться снайперами, которые, кроме как своего прицела, больше ничего не замечают. There's Nora's cryo chamber. Time to deal with the militia.
Разберемся с боевиками, говорит нам Бэтмен. Ну разве мы против? Спи спокойно, друг мой. Почти меня заметил. Ну как бы заметил, но не до конца. Спокойной ночи. Кто из вас повернется первым? Или вы повернете сразу оба? Может быть, никто не повернется? Медик уложили. Запалились. Давай, давай, давай. Я сейчас с вами тут поиграю в гонялочки. Еще один бедолажечка остался. Спешу огорчить тебя, друг. Все твои напарники уже считают ворон. Или овец. Лора's life is in danger. I need to investigate the cryo chamber. Никто никогда не видел или видели, как выглядит Нора. Lifetime. You know how long it's been. Too long. It was like dreaming, but I could hear Victor speaking to me. Then you know what he's become. Batman, where is she? Have you found her? She's here, Victor. She's awake. No! You have to bring her back! Let me speak to him. Nora, don't be afraid. I will save you. Victor. As soon as you're back, I'll freeze you again. Please, stop. System error. Modification rejected. I will save you, Nora. I'm nearly there. The next round of therapies. Don't you see? I don't want saving. Not anymore. Victor, the generator! But you're dying, Nora. Victor? Виктор, боже, нет! Мощный взрыв в бухте. Снеговик что-то... Нужно идти быстро. Что-то задумал. Снеговик что-то задумал.
Христос живой, спокойно, да? А, у нас тут гонки на время. По заснеженной трассе. Прикольная трасса. Танки. Откуда здесь танки, мать их? Понеслась. Не все, да? Попали в меня. Офигеть. Как-то не ожидал. Может, мне кто-то поможет? Виктор, это не ты. Я не хочу, чтобы ты уничтожал себя. Жаль, я никак не могла сказать тебе этого раньше. Я не хочу тебя потерять, Нора. Тогда дай мне пожить. У нас будет считанные дни. Время всегда было против нас, Виктор. Нет повести печальнее на свете, чем повесть мистера Фроза и... Мистера Фроза, мистера Фриза и Норы. И на этом заканчивается прохождение DLC «Особо опасное» в Batman Arkham Knight. Это была последняя история. А с вами был Джейсон. Канал True Money Games. Игра от настоящих маньяков. Пошел снег. Что ж, всем удачи.
и пока.